Разрулить ситуацию пытаются и бывшие сотрудники МВД. Полицейских не только отправили на пенсию, но и на все четыре стороны. Попросили освободить служебные квартиры. По выслуге лет силовикам положена денежная выплата на квадратные метры. Вот только ждать ее нужно минимум 100 лет, рассказал экс-участковый Ирине Шутько. Вот моя форма подполковника полиции, которой я отслужил 22 года. От многолетней службы у Егора Анатольевича остались только погоны да воспоминания. И те печальные. Бывшего участкового угрожают выселить из служебной квартиры, ведь в органах он больше не работает. Однако у пенсионера и его семьи сейчас одна дорога – на улицу. Собственное жилье ему не купить. Очередь на социальную выплату еще не подошла, и, похоже, на его веку не подойдет, вздыхает хозяин. Ведь в ней он 862-й. Они приняли закон, что сотрудник полиции, отслуживший 10 лет, имеет право на получение единовременной денежной выплаты. Я посчитал, даже если по 5 квартир в год, как вот они выдавали, 172 года мне надо еще прожить. Я же не вампир, человек среднестатистический, у нас мужчина живет 60 лет. Получение субсидий, на которую силовики-пенсионеры могут купить свое жилье взамен служебного, сейчас ждут 1500 человек. В середине очереди сейчас плетутся и 20 коллег подполковника Степанова. Бывшие участковые с 20-летним стажем рискуют остаться без крыши над головой. Двоим уже прислали письма с просьбой освободить помещение. Сегодня те сотрудники, которые жили в муниципальном жилье, они могут выселены без предоставления другого жилья. Мало того, в лучшем случае могут маневренный фонд предложить, они также не будут иметь никаких прав на него. В любое время дня и ночи их могут выселить вместе с детьми. В МВД они простой ситуации знают, но говорят, помочь своим пенсионерам ничем не могут. Квартирный фонд для внутренних дел слишком мал. Именно поэтому в свое время силовикам пришлось просить помощи у администрации города. Те для полицейских выделили 150 квартир. Но раз все они муниципальные, то по договору жить в них участковые могли, лишь пока несли службу. В договоре это было прописано. Мы обращали внимание на этого участкового, что на период службы, после этого им нужно в этот период, пока они служат, задуматься о том, как быть дальше. Сейчас по многим договорам просто уже сроки истекли, и участковые вышли на пенсию. Что это значит? Что в настоящий момент условия договора они нарушены, и по большому счету участковый не имеет права занимать эту жилую площадь. Почему проблему нельзя было решить за столько лет, в главке не поясняют. Своим бывшим сотрудникам там обещают помочь юридически, собрать справки, чтобы на год или два отсрочить выселение. Но такая помощь, говорят участковые, им не нужна. Егор Анатольевич с ужасом ждет суда и того дня, когда его попросят покинуть родную, но чужую квартиру. Ирина Шутько, Алексей Богданов, новости 41-го канала.